Но, как всегда, не слышит. Иван Сергеевич. Светлов! Я помню, но реально некогда набрать. Прощу тебя, только если приедешь ко мне на свадьбу. Будешь свидетельницей. Оу, поздравляю. Это какой раз, третий? Оль, слушай, я не знаю, смогу ли я. Так, Беляева, даже не думай. Бери отпуск больничный или увольняйся. Но жду тебя в Плёте через 2 недели. На кой леший следственный комитет вызвали? Потому что погиб один из самых крутых экспертов в области старинного стекла. Это один из выдающихся людей нашей страны. Может, он и выдающийся. Я закрываю дело, как несчастный случай. Светлов явно сам упал и ударился виском об угол вот этого куба. Да, Ольга Алексеевна? Подождите, я пока ничего сказать не могу. И каким образом? Да споткнулся, неудачно подвернул ногу. Свидетелей у нас все равно нет. Все? Нет, не все. Вот осколки вазы. Он сам себя ударил этой вазой? Что вы можете сказать по осколкам, Ольга Алексеевна? Ну, навскидку, что ваза старинная и, похоже, довольно тяжелая. А что, если здесь был еще кто-то, кто бросил в спину Светлова эту вазу? Давай-ка отойдем. Лейтенант, ну куда ты лезешь? Ты еще недавно стажера ходила. Решил на первом деле мне нервы потрепать. Явный висяк. Мне до пенсии месяц остался. Алло. Дядь Вить, здравствуйте, это Иллария. У нас здесь убийство пытаются выдать за несчастный случай. Дядь Вить, ну подождите, это Светлов. Ученый с мировым именем. Сильный удар в затылок и падение виском об угол. Это странно для несчастного случая. Спасибо. Если я не права, согласна на выговор с занесением в личное дело. Виктор Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Чем занимаешься? Спортом занимаюсь. К свадьбе готовлюсь. Неужели своей? Поздравляю. Подружкиной. А к чему такие расспросы, товарищ полковник? А когда ты должна быть на свадьбе? Еще не завтра? Ну, тогда у тебя есть время съездить в Гускурстальный. 20 минут, надеюсь, на сборы хватит? Виктор Игоревич, какие 20 минут? Мне еще бумаги оформлять. И очень хотелось бы извиниться перед одним человеком. Ну, дайте мне хотя бы час времени. Вика, дорогая, не могу. Не могу. Промедлим. Упустим улики. И убийство ученого с мировым именем, не дай бог, спишут на несчастный случай. Помоги моей племяннице с этим разобраться. Она мне как дочь родная. Я тебя как отец прошу.
Мне до Гуся добираться 4 часа. Я все равно не успею на место преступления. Именно поэтому тебя ждет вертолет. На кой черт ты поперек батьки в пекло полезла? Теперь дожидайся этого вожняка из Москвы. Вадим Валерьевич, мне рассказывали, что на вас в 90-е 3 раза покушались, потому что вы бандитов как тараканов давили. Если вы сейчас вот так решили закончить свою карьеру, то мне вас жаль. Нос не дорос, жалеть меня, девчонка сопливая. Что мы делаем? Собираемся, едем в отдел. Санитар, уносите тело. Никто ничего никуда не уносит. Капитан Виктория Беляева, новый руководитель вашей следственной группы. Это вы, что ли, из Москвы? Да. Еще одна баба. Выбирайте выражение и представьтесь по форме. Извиняюсь. Старший следователь СК Маршев Вадим Валерьевич. Это вот молодое дарование. Лейтенант Короткова Иларья Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш эксперт-криминалист Войникова Ольга Алексеевна. Очень приятно. Очень приятно. Пройдемте, так сказать. Судя по трупному окоченению, смерть наступила в районе 6 утра. Причина смерти – травма головы. Ну, конечно, он со всей силы шарахнулся головой об этот куб. Ольга Алексеевна, продолжайте, пожалуйста. Но в результате удара у Светлова была повреждена височная артерия и брызнула кровь. В таком случае капли крови должны были упасть кучно. Значит… Кровь могла попасть на одежду нападавшего. Расследуем пока как преднамеренное убийство. Вадим Валерьевич, пробейте камеры вокруг выставочного зала. Есть. Теперь санитары могут уносить тело. Санитары можно уносить. Я утром пришел в 8:30. Дверь открыл, а тут такое. Когда вы видели Светлова живым в последний раз? Вчера вечером, часов в 9. А когда он приходил и уходил с работы? Понимаете, Светлов в последние дни в выставочном зале буквально дневал и ночевал. Он готовился к открытию выставки. Это такое событие. Легенду хрустального букета знает каждый гусевчанин. Я не местная. Поясните, пожалуйста. Хрустальный цветочный букет был создан в 18 веке мастером Разумеем Васильевым. Он был крепостным у владельца хрустального завода Мальцова. Разумей Васильев создал эти цветы за одну зимнюю ночь для своей умирающей от воспаления легких дочери Ксюши, которая в бреду говорила о цветущем луге с полевыми цветами. Разумей принес утром букет дочке, и она в течение 3 дней чудесным образом выздоровела. Букет после революции считался утраченным, а Светлов полгода назад нашел его в тайнике в подвалах музея вместе с дневниками Разумея. Выставка должна была открыться в субботу, через 3 дня. Вот Светлов и приходил обычно ни свет ни заря, чтобы успеть что-то поправить до начала занятий в своей гутной мастерской. В какой? А стеклодувные мастерские у нас так называют. Там стекло выдувают безо всякой формы. У Светлова была мастерская, ученики. Адрес вот на флайере есть. Спасибо. Иларь Павловна, отправляйтесь прямо сейчас. Сделаю. Что-то пропало? Да вроде бы ничего. Одна только ваза разбита. Ну хорошо. А конфликты у погибшего были с кем-нибудь? Иван Сергеевич, знаете, вообще был сложным и бескомпромиссным человеком. Многие просили его взглянуть на букет, но Светлов до открытия выставки ни-ни. Кто именно эти многие? Имена, фамилия, адреса? К примеру, известный меценат и коллекционер Левин Борис Абрамович. Угу. Виктория Александровна. Да? Пройдемте со мной, хочу вам кое-что показать. Смотрите, какая петрушка получается. Система наблюдения вроде как есть, только она не подключена. Как это понимать? Так еще позавчера должны были подключить. Задержал подрядчик. Кто же знал, что так получится? Ну, понятно. Родственникам Светлова сообщили о его смерти? Нет. К
Кошмар какой. У него из родственников сын да жена Марина. Кто она? Где работает? В магазине «Хрусталя», в торговых рядах на Интернациональной, 9. Директор. Стоп. Игорь, ты где был целые сутки? Я с ума сходила. Знаешь, мам, когда ты на всю ночь куда-то сваливаешь, я вот спокоен. Вот и ты можешь не переживать. Все, я спать. Игорь! Тебе такую же подарю. Ты на нее похожа. А как тебя зовут? Ой! Какое короткое имя, а я Миша. Оперуполномоченный лейтенант Короткова Иларь Павловна. Я расследую убийство Ивана Сергеевича Светлова. Это не шутка? Такими вещами шутить не принято. Кто из вас его видел последним и когда? Ребят, давайте сворачиваться сегодня. Нет. Иван Сергеевич говорил закончить, если начал. Мишка его видел последним. Вчера Сергеевич приходил. Пойдемте, выйдем. Он сказал не останавливать работу. Я поверить не могу. Для нас это мастерская, вся жизнь практически. Соболезную. Особенно для Алешеньки. Ну, это который хотел вам розу подарить. Давайте поговорим о Светлове. О чем вы вчера с ним говорили? Да ни о чем. Он вспоминал своего сына, Игоря. Они ссорились? Игорь отказался заниматься годным делом, и Светлов воспринял это как предательство. И замкнулся. Стал потихоньку оттаивать, как пришел новый ученик. Алешенька. Парнишка он странноватый такой. В себе, что ли. Но творит невероятные вещи. И Светлова он, похоже, заменил сына. В некотором роде. Куда подевалась ваша директриса? Я с самого утра не могу до нее дозвониться. Константин Витальевич, у Марины Викторовны проблемы с сыном. Когда, наконец, она приедет, передайте ей, что скоро у нее и с бизнесом будут проблемы. Почему товар сегодня не привезли вовремя? За ним уже поехали. Сегодня все обязательно будет. Когда товар привезут, звоните мне лично. Ну, сигнализируйте, так сказать. Иначе и у вас будут проблемы. Это я вам обещаю. Да, Константин Витальевич. Чёрт и что! Вы вообще кто? Что здесь происходит? Здрасте. Двигатель заглушите. Светлова Марина Викторовна. Ну, я Светлова Марина Викторовна. Вы кто? Марш Вадим Валерьевич, старший следователь. Следственного комитета. Что, сын что-то натворил? Про сына не знаю, я про мужа. Когда вы последний раз видели своего мужа? 2 недели назад. Светлова здесь нет и никогда больше не будет. Мы 2 недели назад разбежались. А где вы были сегодня ночью и рано утром? Дома я была сегодня ночью и рано утром. Всю ночь сыну звонила. Он засранец такой гулял. Я вся извелась. Сейчас хоть могу спокойно на работу уехать. Значит, машину уберите. Да вы не торопитесь.
Значит, Светлов Иван Сергеевич съехал от вас 2 недели назад, так? Ну, так. И где же он жил все это время? Я не знаю, где он жил, и не хочу этого знать. И вообще, дела мужа меня больше не интересуют. А что он натворил моей душе? Он умер. Вы спрашивали, какие отношения у Светлова были с учениками? Да ровные они были. Но единственное, он одного отличал, Сашку Балашова, вот он. 3 года назад переехал из Владимира специально, чтобы у Сергеевича учиться. Талантливый был парень. Он умер? Нет, жив-здоров. 1.5 года назад разругались. Я не знаю, что между ними произошло. Светлов выгнал со скандала, а Балашов кричал, что тот пожалеет. Я сфотографирую? Да, конечно. Балашов, значит. Такая красота, я даже не знаю, что выбрать. Да, у нас лучший магазин в городе. А я слышала, что в 90-е местное производство практически замерло. Да, было дело. И этот магазин загибался, но 1.5 года назад появилось много местного фирменного товара. Наш гусевский хрусталь снова входит в моду. А вот, видите, фирменные наклейки. И получается, вам его отдают под реализацию? Ну, какая же реализация? Все закупается. А как, если магазин 1.5 года назад собирались закрывать, а сейчас все вдруг закупается? На какие деньги? Вам-то какая разница? Это не мое дело. Вы что-нибудь выбрали? Да. Давайте вот этот набор. Хороший выбор. Вы, конечно, извините, а из-за чего с мужем расстались? Знаете, его статьи в зарубежных журналах публиковались. К нему мастера приезжали из Венеции, Германии. Иногда даже покупали его работы. На выставке брали. Можно взглянуть? Да, пожалуйста. Все эти деньги Светлов не в дом вкладывал, и не в меня, и даже не в сына, в свои эти чертовы исследования, в мастерскую. Но я бы не сказал, что вы бедно живете. Дом у вас какой красивый, добротный. Правильно. Потому что все, что вы здесь видите, я заработала собственным трудом. Пойдемте. Я сама подняла свой магазин. Продаю хрусталь местного завода. Иногда продукцию приходится держать у себя дома, потому что места на складе не хватает. В общем, мне надоело, что от Светлова в доме никакой пользы. Вот я его и выгнала. Сама. А как к этому отнесся ваш сын? Очень плохо. Он любит отца. Как вот я теперь ему скажу, что отец умер? Поздравляю с покупкой. Прекрасный подарок. Спасибо. Привет. Маринка на месте? Анжел, ты не видишь, что ли, я с покупателем? Значит, бабки в кассе есть. А ну давай, гони мне мои 4 штуки, которые мне Маринка за 3 дежурства обещала. Я не имею права. Я сдаю кассу по чекам. Уходи. Марины сейчас нет. Значит, как левые наклейки на хрусталь переклеивать, да? Так, Анжелочка, помоги, выйди в ночь, да? А как платить, так вы со мной как с собакой, да? Да я на вас натравлю эту инспекцию трудовую! Я тебе дверь вышибу к чертовой матери! Я на телек пойду! Это наша местная сумасшедшая Анжеличка. Не обращайте внимания. Больно! Спокойно. Если они сейчас вызовут полицию, вас могут посадить за хулиганство на 15... За что? За то, что она не вкалывала, как проклятая, да? Я могу вам подсказать, куда обратиться.
Чё тебе надо, а? Поговорить с вами про Марину и про ее магазин. Давайте я вас кофе угощу. Если угощаешь, то лучше пивом. Хорошо. Вон там за углом на пруду забегаловка. Пойдем туда. Отлично. Мусор заберите. По дороге выкинем. Вань, я скоро. Константин Витальевич, сигнализирую. Здравствуйте, хозяюшка. Следственный комитет беспокоит. Надо же. Меня такие интересные мужчины лет 10 уже не беспокоили. Присаживайтесь. А как вас величать? Настасья Васильевна Байбакова. А какой интерес привел вас по мою душу? Настасья Васильевна, я, собственно, о душах ваших соседей, Светловых, расспросить хочу. А что случилось? Да умер сегодня сосед ваш. Ух ты ж, Господи, царствие небесное. Спрашивайте. А только, может, кваску холодненькую? Не откажусь. Светловы эти 20 лет вместе прожили. Не скажу, что без ссор, но не хуже других. А вот пару недель назад на веранде чай пью и вдруг слышу, Иван Сергеевич кричит на Марину. А неужели 20 лет коту под хвост, вот скажи мне. О сыне ты подумал? Ты меня опозорила! А сын предатель самый настоящий. Видеть вас не могу обоих. Да уйди ты, ради бога. Сергеич, ты что шумишь на всю округу? Анастасия Васильевна, не лезьте не в свое дело. А на следующий день Сергеич на газельке приехал и вывез все свои ценности стеклянные. Серьезное дело. Не иначе Маринка хахаля завела. Почему вы так решили? Но он же кричал, что семьи у него нет. Жена и сын все его предали. Ну, значит, мать хахаля завела, а сын ее сторону принял. А вы сами-то этого хахаля видели? Да нет, ну это ж логика. Адвокатша, что? Ну, что-то в этом роде. Анжелика, в этом магазине вы были оформлены на постоянной основе? А что, у торгашей такое бывает, что ли? На словах. Мы с Маринкой с детства знакомы. А она меня, змея, как девочка нагрела. Когда ей платить нечем было, я для нее каждый день выходила. И ждала потом по 2-3 месяца, пока у нее бабки появятся. А что вы говорили про этикетки на коробках? Как тебя там? Вика? Вика. Слушай, Вика. Ты мне чужая. Откуда взялась, не знаю. Маринка, хоть и змея, да своя. И я ее топить не буду. Ну, хотя бы намекните. Разговор не официальный. Не официальный. Это сейчас у нас магазин такой большой, престижный. А еще полгода назад закрывать его собирались. Народ говорил, банкротить его будут. А потом у Мариночки откуда-то денежки появились. И хрусталем ее завалило. Поди, красота какая, да? А еще мужик у нее появился. При живом-то муже. Имя, фамилия, где живет? Да я откуда знаю. Только Мариночка по вторникам и четвергам на работе при полном параде стала появляться. А уже в 5 часов напротив магазина ее машина ждала. Дорогая, такая большая, черная. А номер машины помните? Ну, а какой мне этот номер нужен? Знаю только, что Маринка укатывала с этим мужиком и до утра. Получается, у Светлова было 2 серьезные ссоры с сыном Игорем. Вот из-за этого молодого человека. Это его любимый ученик. Как его зовут? Алешенька, а фамилию забыл спросить. Я уточню. А вторая ссора? С Александром Балашовым. Предположительно, нисходняк по коммерческим вопросам.
Пока все. Спасибо. Ольга Алексеевна? Рана на виске Светлова не соответствует падению. Скорее всего, его ударили вазой по голове, он упал, попытался подняться на ноги, и вот тогда его силой ударили головой о витрину. А что по отпечаткам? На выставке отпечатков довольно много, мы работаем. Вадим Валерьевич, а что вы скажете вдове Светлова? Мне она сказала, что выгнала мужа сама 2 недели назад. А вот соседка Светловых, Байбакова, сказала, что Светлов сам от нее ушел. Причем с серьезным скандалом. А Марина пыталась его удержать. Байбакова уверена, что причина скандала – возможный любовник Марины Светловой. Бывшая работница Светловой, Анжелика Горбач, тоже считает, что у Марины был любовник, который, похоже, финансировал ее бизнес. И появился он примерно 1,5 года назад. Ну, вообще, у Марины дом большой, зажиточный. Сразу глаза бросаются. Меня удивило, что хозяин торговых рядов, в которых находится магазин Марины, ждет от нее какой-то товар. Фамилия его Огневский. Может, Марина реализует какой-то левый товар для Огневского? Вадим Валерьевич, а что говорила Марина Светлова о своей работе? Она дома коробки какие-то свои хранит. Вот, посмотрите. Говорит, что на складе места не хватает. В основном о сыне переживала. Меня к нему так и не подпустила. А еще Вадим Валерьевич говорил, что Светлов кричал, якобы сын его предал. А что, если Игорь приложил руку к смерти отца? Парень из-за обиды на отца мог его убить, а Марина, как нормальная мать, его покрывает. Кстати, последний звонок на телефон убитого был от его сына Игоря. Так, Марина, алиби нет. Иларья Павловна, попробуйте пообщаться с Игорем. Принято. Сергей Игоревич, там у входа целая куча журналистов. Мы их не пускаем, но они отпугивают посетителей. Тех, кто еще остался. Спасибо, что предупредили. Проеду через двор. А вы надолго? Там звонило местное телевидение, вы обещали им эксклюзивное интервью. Нам бы постояльцев вернуть. Сезон все-таки. Вернем. Передайте телевизионщику, что все в силе. Я к обеду вернусь завтра. Хорошо. Еще одна фигура вызывает вопросы. Коллекционер Левин. Он хотел посмотреть букеты на какие-то старинные бумаги, но Светлов не дал. Мотив для убийства так себе, но вдруг в этих бумагах есть какие-то особенные тайны производства хрусталя? И надо потрясти Зорина, директора выставочного зала. Я по вашей просьбе пробила его машину. У него черная иномарка. На машине черного цвета ездит любовник Марины. Может, это директор? Ключей было 2 – у директора и у Светлова. На замке дверей зала следов взлома не обнаружено. Значит, его открывали и закрывали родным ключом. А что у Зорина с финансами? Да у него все заложено и перезаложено. Все деньги вложены в этот зал и бизнес жены. Маленькую туристическую фирму. У жены, правда, поступления на счета увеличились несколько раз за последние месяцы. Может, это прикрытие и Зорин как-то связан с возможным левым бизнесом Марины? Надо выяснить. И есть еще очень важный вопрос. Куда съехал Светлов? Я пробил геолокацию телефона Светлова. Получается, он практически все время находился в районе выставочного зала. И раз в день на пару часов отходил в мастерскую, а потом возвращался обратно. Ну не жил же он в самом деле в выставочном зале. Вадим Валерьевич выяснит. А вы пока позвоните Балашову и вызовите его на допрос. Уже. Балашов сказал, что уехал вчера в Нижний Новгород и вернется только завтра. Больше говорить не мог, потому что за рулем. Иларья Павловна, стоит пробить его машину и проверить. Есть ли она на камерах на выезде из города, и его геолокацию пробить. Сделаю. Игорь, я очень прошу, вернись. Ну что ты, как маленький? Это я как маленький! Да это из-за тебя отец умер! Игорь, что ты такое говоришь? Как ты можешь так говорить? А как ты могла предать ему? И врала. Ему врала. Мне врала. Саночка, я понимаю, что тебе очень сложно. Мне... Руки убери. Я
тебя ненавижу. У вас были конфликты с покойным Светловым? А у кого их не было? Он вообще не мог спокойно с людьми общаться. Отвечайте только на поставленные вопросы. Вы ругались Светловым из-за того, что его жена была вашей любовницей? У вас есть черная машина? Ну, числится на мне черный универсал. Вы приезжали на нем к ней? Да вы что, с ума что ли сошли? У меня своя жена есть! Да, я продал свою машину полгода назад. По доверенности, чтобы организовать выставку. Где жил Светлов? Вы его запирали, держали в заложниках. Чем он вам мешал? У вас были долги, и вы хотели заставить его продать хрустальный букет частному коллекционеру? Да никто его не удерживал. Он жил тут добровольно, в подсобке. Я знаю, что это не разрешается. Но Светлов уговорил меня после того, как ушел от Марины. Все твердил, что хрустальный букет хотят украсть. Ну и как же вы докажете, что не вы убили Ивана Сергеевича? Знаете, моя теща детективные сериалы смотрит и права знает. Я вам ничего не обязан доказывать, но скажу. Я взял под эту выставку несколько кредитов. И должен был получить 3 гранта под имя Светлова. У меня жена туры с визитом к хрустальному букету уже на год вперед продала. Мы только раскручиваться начали. Да для меня Светлов был как курица, несущая золотые яйца. Его смерть для меня огромные убытки. Браво. А теперь покажите подсобку, где жил Светлов. Войдите. Здравствуйте, милая барышня. Левин Борис Абрамович был вызван на допрос для дачи каких-то показаний по причине трагической смерти Ивана Сергеевича Светлова. Присаживайтесь. Только я не барышня, а капитан Беляева Виктория Александровна. Извините. Готов отвечать. Нам стало известно, что хрустальный букет, который Светлов готовил к выставке, был объектом интереса некоего частного коллекционера. Вы же не хотите сказать, что этим коллекционером могу быть и я? Почему нет? Ну, потому что у меня все хорошо. У меня дом, большая коллекция, положение. И рисковать для того, чтобы все это потерять, ради чего? Простого любопытства. Но вы же не станете отрицать, что интересовались старинными дневниками Разумея Васильева, которые принадлежали Светлову? Не Светлову. Они принадлежат государству. И да, я интересовался записями создателя букета. Разумея Васильев перенял свой метод от потомка беглого стекольщика с венецианского острова Мурана. Слышали о таком? Угу. Там жили лучшие стекольные мастера Венеции безвыездно. За попытку бегства полагалась смертная казнь. А метод Васильева был основан на венецианской технике миллефиори, в переводе с итальянского «тысяча цветов». И что это за метод? Это разновидность мозаичного стекла, как правило, с цветочным узором. В Европе технология была утрачена и возрождена только в 19 веке. Разумей придумал, как каждый цветок буквально выращивать отдельно на стеклянном лугу. Его цветы походили на самые натуральные. Здесь Светлов и ночевал. Вот. Вот у кого-то явно было вдохновение. Здесь явно что-то искали. Опа! А это что такое? А я не знал, что здесь ящик есть. Ну и что же здесь спрятал Иван Сергеевич? Я не знаю. Ну, конечно. Ну, да честно! Если вы меня все еще подозреваете, то я буквально 2 часа как вернулся из Владимира. И ваш звонок застал меня по дороге домой. Во Владимире я провел 2 дня. Встречался со своими коллегами, у меня
море свидетелей. Если хотите, я могу составить список. Ночевал я там же, в гостинице у Золотых ворот. Могу ли я еще чем-то быть вам полезен? Спасибо, вы пока свободны, Борис Абрамович. Скажите, я могу увидеть хрустальный букет? К сожалению, пока не можете. Жаль. Разрешите откланяться? И извините меня за любопытство. Позволите? Ну, конечно. Это не хрусталь. Это хрустальное стекло. Изделие из хрустального стекла внешне сложно отличить от хрусталя. Смотрите. Тонкие, идеально прозрачные стенки. Игра света на гранях. А как вы отличаете хрустальное стекло от хрусталя? Тут дисперсии меньше. Свет преломляется не так, как у хрусталя. Сожалею, но вас обманули. Это дешевая китайская подделка. Непростой сегодня выдался денек, да? Да, но зато мы отработали несколько версий, алиби Левина подтверждено. Алиби Зорина, директора зала, тоже. И сын Светлова тоже ни при чем. Игорь рассказал мне, что действительно приходил в мастерскую отца, но только для того, чтобы отец его услышал. Оказывается, Светлов был довольно авторитарным отцом. Желание сына заниматься музыкой, а не хрусталем, назвал предательством. Игорь психанул и ушел. Что ты сейчас от меня хочешь? Ты ж меня предал! Я на тебя рассчитывал, я думал, что у нас династия получится настоящая. От отца к сыну, от деда к внукам. Да какие внуки? Уже никакие. Кому я теперь дело свое передам? Мастерскую! Кому? Разве что Алешеньке. Вот он и талант настоящий, и над собой работает, а ты только на гитаре своей тренькаешь. И больше они не виделись? Нет. Но в день убийства Светлова Игорь приходил к выставочному залу в районе 7 утра. И дверь туда была закрыта. Несмотря на то, что звонок Игоря в 6 часом ранее, Светлов сбросил. А зачем Игорь хотел видеть отца в такое раннее время? Похвастаться хотел. У него был первый концерт в клубе. Говорят, прошел на ура. Но в 7 утра Светлов уже был мертв. Служба такси подтвердила все передвижения Игоря. Он приехал к выставочному залу и практически сразу на том же самом такси уехал к друзьям. Пока ты разбиралась с Игорем, у нас появились новые вопросы. Тот копался в вещах Светлова, и куда-то пропали бумаги, разумея. Ну, по мне, так больше всего подозрений вызывает Марина. Да, эту версию мы пока продолжаем разрабатывать. Кстати, Левин сказал, что это однозначно подделка. Получается, Марина торгует поддельным хрусталем. Не удивлена. Город наводнило китайское стекло. Позвольте, Вадим Валерьевич, а вы обратили внимание на знак? Можно мыть в посудомоечной машине, а настоящий хрусталь можно мыть только руками. В посудомойке от перепада температуры он трескается. Нагревают туристов, как детей малых. Так вот, почему Светлов мог кричать Марине, что она его позорит. Он имел в виду не ее любовника. Да, если он знал, что она могла из-под тишка торговать поддельным хрусталем и, например, собирался это обнародовать... Это ударило бы по ее бизнесу. А за это его могли бы убить. Домыслы. Не домыслы, Вадим Валерьевич, а версия. Которую мы будем проверять. Закроем магазин на переучет, сверим поставки с заводским цехом и проверим господина Огневского, почему его так интересовали новые поставки товара. Едем сейчас? Нет, завтра с утра. А Вадим Валерьевич прогуляется на завод за документами для сверки. Понял. Получается, я осталась без подарка на свадьбу. Палёный хрусталь не пойдет, конечно. А я знаю, где продается точно такой же набор, но из настоящего хрусталя. Да вы что? Да. Добудьте мне его, пожалуйста. Будет сделано, Виктория Александровна. Спасибо. А это вам на рыбалку. Спасибо.
Хозяйство пригодится. Ну, а теперь по домам. Счастливо. До свидания. Здрасте. Сергей? Ты как здесь? Глаза тебе посмотреть приехал. Могла бы хотя бы по телефону извиниться. Я хотела, но я не успела. Меня срочно вызвали сюда. Зато успела обвинить меня в убийстве жены и 20-летней девочки. Ну, прости, пожалуйста. Ну, такое случается. У меня на тот момент были основания. Еще оправдываешься. Вик, все. Мне твоя помощь больше не нужна. Сереж, ну к чему эта истерика? Я понимаю, что... Да ты ничего не понимаешь! Вообще! Ну все так все. Тоже мне страдалец. Что вам надо? Ну здравствуй, красавец. Познакомимся? Юноша, я капитан Виктория Беляева, Следственный комитет. Отдайте то, что у вас в руках, и идите домой. Да нет. Это ты вали отсюда, крыса московская. Зря ты сюда приехала. Добрый вечер! Валим! Сережа! Сережа! Алло! Алло, скорая? Что с ним? Ну не молчите, пожалуйста. Ваш друг в коме. У него пробита голова. Вообще непонятно, когда он придет в себя. Но вы же его спасете, да? Вы послушайте, девушка. Моя задача его живым довести до больницы, а там уже спасать его будут наши врачи. Нашли биту, которую ударили вашего знакомого, Лиманова? Это я нашла. Да ты нашла, ты. Запросили записи с камер. Ждем. Хорошо. Виктория Александровна, вам нельзя заниматься расследованием нападения на саму себя. Ну, да. Кто им будет заниматься? Это дело теперь буду вести я. А вы кто? Майор ФСБ Кирилл Ильин. Всем добрый день. Присядьте. Мы сами справимся. Второе нападение на сотрудника при исполнении – это уже дело Федеральной службы безопасности. Уже второе? Так что не справитесь, Виктория Александровна. Ладно, Ларик, пойдем. Зачем вы приехали? Хочу вас защитить. Я уверен, что нападение на вас было не случайным. И оно связано с делом, преступной группе, которую я расследую. Или с делом, которое расследую я.
Предлагаю объединить усилия. Виктория, я очень рад, что вы не пострадали. Сергей пострадал. Зачем он вообще влез в эту драку? Ваш Сергей поступил как настоящий мужик. Пытался вас прикрыть. Теперь это буду делать я. Виктория Александровна, я их опознала. Кого? Те, кто на вас напал. Забрала у Войниковой. Это мой сосед. Адрес, фамилия соседа. Семен Туриков, 19 лет, местный гопник. Он явно был главным в этой компании нападавших. Он тусит у меня во дворе на Каховской, 62. Я помчала на задержание. Лейтенант Короткова, вернитесь. Надо срочно ехать за ней. Наломает дров, девчонка. Я сам поеду. А вы занимайтесь своим делом, Виктор Александрович. Теперь при бабках. Танька с 21-й теперь сама прибежит. Теперь выделываться не будет. Начальство надо слушать, иначе схлопочешь выговор. Вон он, Туриков, упустим. Так, ждем подкрепления. Пацаны, менты! Стоять, Туриков! Следственный комитет! Остановись, Туриков! Ты задержан! Ты догони сначала. Стрелять будешь? А ты веди себя хорошо, и никто стрелять не будет. Ага, сейчас. Сам наденешь? Давай сама. Поворачивайся. Пожалуйста. Что здесь происходит? Что за беспредел? Работает Следственный комитет. Капитан Виктория Беляева. Какое отношение вы имеете к магазину? Я арендодатель и хочу присутствовать при обыске. Ну, тогда успокойтесь и присутствуйте молча. Что там? Товар на 90% левак. О, вы что? Откуда левак? Смотрите на коробку. Поверх китайской этикетки наклеена еще одна этикетка. По накладным
Местного товара гораздо меньше, чем на складе или дома у Марины Викторовны. Они что, и у тебя дома обыск проводили? Мне тут одна информация пришла. Результат одной проверки. Посмотрите. Да, конечно. А вот это уже интересно. Вчера насчет одного местного хулигана упали неплохие по местным меркам деньги. 50 тысяч рублей. Это вы заплатили Турикову. За что? За то, чтобы он убил меня? Дурь какая-то. Я заплатил этому, как его, Турикову, за работу грузчиком. У меня много магазинов. И поэтому разгружать товар мы нанимаем, кого придется. В ваших интересах рассказать все подробно. Почему вас так беспокоил товар Марины Викторовны? И какое отношение вы имеете к торговле контрафактом? Это все она с китайским хрусталем мутила вместе с Балашовым, любовником своим. Какая же ты сволочь, Огневский. Да хватит тебе. Ну да, я узнал, что они мутят тут свои схемы и потребовал свою долю. Светлов пришел 2 недели назад и устроил скандал в магазине из-за продажи поддельного хрусталя и грозился написать жалобу в прокуратуру. А Марина Викторовна сказала, что его никто в прокуратуре слушать не будет. Господи, одни предатели вокруг. Продавщица тут явно пешка. Опросим ее и отпустим через пару часов. Зато против Марины улик достаточно. Как минимум, у нее нет алиби. Да. И нужно проверить Огневского. Он мог заказать убийство Светлова и уехать на турбазу для отвода глаз, пока задержим его на 48 часов. Чтобы серьезно взять его в оборот, нужны конкретные доказательства. Кстати, а где это наш Маршев? Виктория Александровна? Вадим Валерьевич, вы сегодня были на заводе? Да, я только что оттуда. Чего они мне не выдали? Сказали, что завод может сделать сверку только на будущей неделе. Вот такие пироги. Очень плохо. Вы что, заболели? Видимо, продуло где-то. Я, наверное, к врачу схожу. А то в моем возрасте, ну, сами понимаете, болячки запускать опасно. Вечером отлежусь, станет полегче, и сразу приду. Ну, выздоравливайте. Маршев заболел. Странно. О, это один из нападавших на меня. Где Туриков? Вы его задержали? Нет. Нам с Костяном по десятке. Почему? Кто заказал? Ну да. Это Фобсон убил. В смысле? Бабу эту заезжу. ФСБшник, Маш. Дальше. Туриков меня ударил. Потом я упала, потеряла сознание. Откуда? Когда очнулась, он уже умирал. И... этот с пистолетом. Какого черта он этого парня допрашивает? Этого Фэпса самого надо за решетку. Варя, вы что, в первый раз смерть видели? А что заказ? Пойдемте-ка воздухом подышим. Мне тоже было очень страшно, когда я впервые увидела, как умирает человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Потом что, привыкли? Но нам постоянно приходится с этим сталкиваться. Работа у нас такая. Вот вы где. В общем, картина печальная. Этот свидетель абсолютно бесполезен. Так же, как и третий нападавший. Их тоже пристрелили или как? Чего? К сожалению, ни тот, ни другой не знают, как и с кем встречался Туриков. А я думала, ФСБ учит задерживать важных свидетелей живыми. Правильно думали. Тогда почему не могли справиться с 19-летним пацаном? С двумя. Я принял единственно правильное решение.
Мой боевой опыт заставляет меня доверять моим рефлексам. Так было нужно. Как вы просили, я съездила вместо Маршева на завод. Там, кстати, о нем никто и не слышал. Вот это номер. Да. А мне выдали по первому требованию. Спасибо. А где, кстати, Маршев? Говорит, что приболел, и сегодня мы его не увидим. Я запросила биллинг по телефону Балашова и выяснила, что недавно он снял мальцовский домик. Это что такое? Это район такой небольшой у нас в городе. Там домики с середины 19 века. Появились благодаря династии основателя хрустального завода Мальцова. При Мальцове там селили стеклодувов, а сейчас это просто жилые дома. Но все равно объект культурного наследия. Угу. Понятно. Смотрите. В этой мошеннической схеме с поддельным хрусталем были замешаны трое – Огневский, Марина и Балашов. Балашов и Марина были любовниками. Светлов мог мешать всем троим. Надо срочно брать Балашова. Где он сейчас находится? Писарева, 10. Вызывайте подкрепление, едем. Точно здесь? Вроде бы вот машина Балашова. Александр! Заходим. О, а вот и Балашов. Мертв. Ольга Алексеевна, вызывайте группу и приезжайте у нас труп. Виктория Александровна, я, кажется, кое-что нашла. Пакет есть какой-нибудь? Ищите. Кажется, я тоже кое-что нашла. Балашова убили часа два назад. Перерезали горло. Орудие убийства? Предположительно, его убили вот этим вот осколком. Похож на часть изящной вазы. Возможно, это работа самого Балашова? Какая горькая ирония. Надо проверить все пятна крови. А? Отпечатки, эпители у него под ногтями. Все сделаю, Виктория Александровна. Отлично. Что со свидетелями? Я просила соседей, никто ничего подозрительного не видел. Понятно. Борис Абрамович, капитан Виктория Беляева, Следственный комитет. Я готова дать вам возможность полюбоваться хрустальным букетом в выставочном зале. Он прекрасен, но только это не настоящий хрустальный букет. Это подделка. Вы уверены? Абсолютно. Вот видите этот ирис? Он имеет немного другой оттенок, чем на оригинале. На оригинале он синий. Точно. А букет мог сделать тот, кто сделал этот цветок? Вряд ли. Это скорее чья-то неудачная попытка. А вот человек, который выполнил эту копию, талантлив, почти как разумеет. А может быть, копию сделали для того, чтобы передать заказчику оригинал? Возможно. Коллекционеру, который знал истинную ценность букета. Слушайте, не пытайтесь меня подловить, а? Вы вообще знакомы с легендой создания этого букета? Да, Васильев создал его для тяжелобольной дочери Ксюши, и она за 3 дня чудесным образом исцелилась. Вы явно не знаете финала этой истории. Старцы шептались, что Васильев продал душу в обмен на жизнь дочки.
И вскоре после выздоровления Ксюши сам Разумий Васильев ушел к праотцам. Ксюша выросла и подарила этот букет своей воспитаннице, между прочим, внучке Мальцова, которая в тот момент очень сильно болела чахоткой. Девочка выжила. Но букет мог помогать только девочкам, ну или женщинам. А если букет возьмет в руки мужчина? То его вскоре не станет. Вот Светлов нашел букет, и его убили. И его ученика Балашова тоже убили. Этот цветок я нашла у него. Спасибо, но букет, который убивает мужчин, мне не нужен. Я поняла. Спасибо, Борис Абрамович. Итак, на сегодняшний день у нас новый труп и кража хрустального букета 18 века. Что у нас по экспертизе? На осколке, которым убили Балашова, я обнаружила четкие отпечатки. Точно такие же отпечатки нашла в выставочном зале. Пока определить, кому принадлежат, не могу, в нашей базе их нет. Понятно. Дальше. В телефонной переписке Балашова обнаружены связи со стекольными магазинами Владимира, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казань. Вот это разброс. Но самое интересное, у Балашова с кем-то была переписка о том, что если все получится, Балашов сможет превзойти своего учителя. А что это может означать? Что Балашов мучительно завидовал Светлову. То есть ссора Балашова и Светлова как-то связана с хрустальным букетом? Виктория Александровна, позвольте, я еще раз съезжу в мастерскую Светлову и узнаю подробности ссоры. Да, идите. А я пока допрошу Марину Светлову. Марина Викторовна, я должна вам сообщить, что Александр Балашов мертв. Что? Убит? Да. Я вам сочувствую. Вы его любили? Не знаю. Но я не убивала ни его, ни Светлова. На момент смерти Балашова вы были здесь. В его смерти я вас не обвиняю. А насчет Светлова, просто расскажите, что пытались утаить. Мы с Сашей Балашовым действительно были любовниками. Но не от большой любви. Просто я измучилась со Светловым. Он перестал видеть во мне женщину, понимаете? Все время говорил только о своем букете. И тут появился Балашов. Красивый, молодой, веселый. Ну и закрутилась. Это он предложил вам заняться махинациями со стеклом? Да. Саша полагал, что если у него появятся деньги, он сможет спокойно творить. И превзойдет в мастерстве Ивана и самого Разумея Васильева. Балашов не пытался сделать копию хрустального букета? Пытался. Только у него ничего не получилось. Саша тогда говорил, что все умения Ивана от того, что он пользуется дневниками Васильева. И Балашов попросил вас украсть у Ивана Сергеевича эти дневники? Он упросил меня сделать дубликат ключа Светлова. Сказал, что он сам найдет дневники, прочитает их и положит на место. Привет. Виларя Павловна, какие люди? Я видел тебя ночью, когда спал. И Роза была. Она как ты. Это для тебя. Возьми. Спасибо, Алешенька. Ты это сам сделал? Надо было ее закончить. Так бы я раньше ушел. Теперь могу. Ты вроде со мной хотела поговорить, нет? Да. А почему Алешенька сказал, что раньше бы ушел? Почему он не переоделся? Кто его знает? Блаженный. А, так, ладно, о чем мы?
Кто-то сделал практически точную копию хрустального букета и подменил оригинал. Чего? Я хочу узнать, кто это мог быть. Но первое, что приходит на ум, это Светлов. Понятно. Еще кто? Сашка Балашов грозился. Может, попробовал, не знаю. Между нами у него кишка тонка была. Вот Алешенька мог. Светлов говорил, что он гений. А ты мог бы? Я мог бы, конечно. Но ты уж меня прости, мне надо работать. Мы теперь сами за себя. Я поняла. Пока. Виктория Александровна, мне удалось опознать кое-какие отпечатки в выставочном зале. Как вам это удалось? Иллария принесла розу хрустальную, очень красивую, и бутылку воды. И вот тот, кто оставил отпечатки на розе, и тот, кто оставил пальчики на бутылке, оба были в выставочном зале. И вы знаете, кто эти люди? Ученики Светлова. Ковалев Алексей и Куликов Михаил. Но пальчики, которые были на розе, такие же, как на орудии убийства Балашова. Так, вот это поворот. Это Алешенька, о котором говорила Иллария? Да. Ковалев Алексей Константинович, 2002 года рождения. Я объявлю его в розыск. А вы пробейте адрес, берите Маршева и отправляйтесь к Ковалеву на квартиру. Я выпишу постановление на обыск. Хорошо. Эй, мужик, ты куда в ботинках? Черт, ты это ненормальный какой-то. Вадим Валерьевич. Смотри, что я нашла. Это что? Одежда. Возможно, Ковалева. На ней бурые пятна, предположительно, кровь. Понятые, смотрим. Лейтенант, фиксируй. Хрустальное делается из песка чистого, которое при огне большом плавится. Возьми песку две части, кварцу речного и растопи печь жарче. Это что? Похоже, дневник Разумея Васильева. То есть ты приходил в прошлый раз, чтобы спереть бутылку с моими отпечатками пальцев? Твои отпечатки пальцев найдены на месте убийства Светлова. И какой из этого вывод? Я задержать тебя должна по подозрению в убийстве Светлова и краже хрустального букета. Иллария Павловна, я вам клянусь, ну чем угодно, правда, но я не убивал Светлова и букет не крал. Ты был в выставочном зале и не сказал об этом. Как вы с Алешенькой туда попали? Так Светлов нас водил, ну чтобы букет показать. Признайся, ты сделал подделку хрустального букета. Да нет же. А говорил, что мог. Врал я. Ну, нет у меня столько мастерства, чтобы такие вещи делать. Ну, мне стыдно было тебе сказать. Виктория Александровна? Алешенька? О, Господи, Алеша! Что случилось? Это ваш, что ли? Вы его знаете? Следственный комитет, он свидетель по делу. А что случилось? Сейчас без сознания. Он вас не слышит. Да он утопиться пытался. Это вы его так довели? Что? Он жить будет? Теперь будет. Давай, бери.
Вадим Валерьевич, понятые. Ну что там у тебя? Медицинская карта Ковалевой Натальи Константиновны. То есть это его сестра, что ли? Сестра, точно. Вот ее фото. Давно я ее не видела. А что с ней? Она тяжело больна. Сердце. Да, это девушка, Наталья Ковалева. В кардиологии лежит, ждет трансплантации. Давно ждет? Да порядочно уже. Честно говоря, мы и не верили, что дождется. Но когда нет надежды, спасает только чудо. А чудо это что? Это любовь. Ну, это сказки какие-то. Знаете, я за 20 лет своей работы здесь всякого насмотрелся. Бывали случаи, что близкие часами разговаривали с больными, говорили им о любви своей. И пациенты вставали. А у Ковалевой есть еще родственники, кроме брата? К ней только брат приходит. Да и тот странненький. Угу. Так а что случилось с Натальей? Хроническая сердечная недостаточность. Наталья уходила уже, понимаете? Еще вчера была бледная и прозрачная, а сегодня она с румянцем. Мы провели экстренное обследование. У нее четвертая степень явно перешла во вторую. Такое, само собой, не бывает. Разве это не чудо? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Беляева. Я капитан Следственного комитета. Что-то случилось с Алешенькой? Вы только не переживайте, все хорошо. Мне просто нужно задать вам несколько вопросов. Этот букет, он вам принес? Да. Сказал, что букет меня вылечит. Но я не поверила. Мне ведь совсем немного осталось. Только переживала, как он без меня будет. Я не хотела брать его. Это же ценная вещь. Ну, не хотела его расстраивать. Сказала спасибо, оставь. А на утро, знаете, действительно себя намного лучше почувствовала. Только... Что? Я вспомнила, когда Алеша уходил, он сказал, что мы теперь не скоро увидимся. Он куда-то уезжает. А куда он мог уехать? Он же из Гуся без меня никуда не выезжал. А про Балашова он вам ничего не говорил? Про Сашу? Угу. Он Сашу очень любил. Даже брата называл. А что с ним? Все хорошо. Вы извините, но я должна изъять у вас этот букет. Да, конечно, пожалуйста. Все равно я думаю про то, что букет лечит, это сказки детские. Другое спасает. Что? А вы разве не понимаете? Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где здесь лежит Сергей Лиманов? А к нему нельзя сейчас. Можно я на него хоть издали посмотрю? Пожалуйста. Ну, пока врача нет, проходите. Да, сюда. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Балашов накануне убийства выехал на своей машине на шоссе Р-73, явно, чтобы его засекли камеры. Доехал до деревни Бабино. Там оставил свою машину на бензоколонке и вернулся обратно на такси. Откуда это известно? Я запросила информацию по камерам. А я по биллингу. Его телефон отметился рядом с домом таксиста Патренина. Через какое-то время их телефоны одновременно переместились в Гусь Хрустальный.
Я опросила Патренина, он действительно привез Балашова сюда. Дальше? Дальше Балашов вечером вернулся в Бабино, забрал свою машину и приехал обратно сюда. В Нижнем Новгороде его машину никто не засекал. И перед этой поездкой он связывался с кем-то неизвестным. Угу. Слушаю. Спасибо большое. Звонил полицейский, который дежурит в больнице. Алешенька чувствует себя лучше и готов говорить, но только со мной. Я побежала. Удачи. Ты хотел умереть? Да. Почему? Я убил друга, брата. Мне нельзя жить. Расскажи, что случилось. Наташе плохо было. Врачи сказали, что сделают операцию, и Наташа будет жить. А сами глаза вот так делали, они врали. А потом пришел он, Саша. Балашов? Да. Он сказал, что знает, как спасти Наташу. Что нужен букет хрустальный. Разумея сказку рассказал. Про то, как Разумея сделал букет и спас дочь. Да. Нужно чудо. Он сказал, нужно чудо. И тогда я смогу спасти Наташу. Только нужно сделать точно такой же. И тогда он возьмет и поставит его как настоящий, на время. А мне даст тот, который спасет Наташу. Я сделал и отдал ему свой букет. Потом Иван Сергеевич кто-то убил. И Наташа стала плохо совсем. Я сказал Саше, а где букет? Разумею. Он сказал, все изменилось. Стал выпроваживать меня. Сказал, что я такой же дурак, как Иван Сергеевич. А я смотрю на его руки вот здесь. Они красные больно. Разбитые? Да. И что ты ему сказал? Я сказал, что пойду к вам. А он убью. А потом схватил меня здесь. Больно. Он держал меня. Больно. Потом я схватил что-то. Махнул на него вот так. И кровь брызнула. А у меня в руке стекло острое. Я убил его, да? Знаю. Знаю, что убил. А потом я встал и увидел дыру в стене, а там букет настоящий. Тогда я взял и отнес его Наташе. Он же чудесный, да? И чтобы он подействовал, и Наташа выздоровела, я должен был умереть. Тогда я и пошел сам в реку. А как у тебя дома оказались дневники Разумея Васильева?
Их мне отдал Иван Сергеевич. Он сказал, что дневники должны быть у хорошего мастера и хорошего человека. Только я теперь нехороший. Ты меня любить не будешь. Ты очень-очень хороший, Алёша. Я тебя всегда буду любить. Обещаю. У Балашова поддельное алиби. На его одежде и обуви были обнаружены следы, похожие на кровь. И мотивов у него для убийства Светлова было как минимум три. Марина была его любовницей, Светлов был против торговли поддельным хрусталем. И Балашову был нужен букет, чтобы продать. Тогда в выставочном зале могло произойти следующее. Да, примерно так все и было. А что теперь будет с Алешенькой? Его сестра Наталья только начала выздоравливать. По Алешеньке удалось собрать материалы для доказательства о самообороне. Да, все на месте. Следы удушения, гематомы. Максимум получит условное за превышение. Спасибо, Виктория Александровна. На здоровье. Спасибо, Ольга Алексеевна. Удушишь. Все это, конечно, прекрасно. Только что нам делать с Мариной и Огневским? Ну, к этому делу они не причастны, а вот торговлю поддельным хрусталем в городе надо прекратить. Сделаем. Марине выпишем штраф. А Огневскому такую проверку устроим. Мало не покажется. Вадим Валерьевич, а я ведь вас подозревала в работе на Огневского. Это с чего это? Ну, когда вы не получили накладные на заводе, а после этого сказались больным. Ну, виноват, схитрил. Вы поймите меня правильно, у меня уже сил на такую работу не осталось. Я еще 10 лет назад на пенсию должен был выйти. По выслуге. Рыбу ловить, огород копать. А я все тут. Ладно. Что теперь? Разобрались? Хорошо. Ну что, коллеги, спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам самого наилучшего. Было приятно поработать. Взаимно. Счастливо. Пойдемте, проводим. Иллария Павловна, вас там, кажется, кто-то ожидает. Черт. Спасибо, Виктория Александровна. До свидания. Чувствую, кто-то скоро замуж выйдет. И дорог сюда забудет. Ну и слава богу. Ну и что тебе тут понадобилось?
Да так, гуляю просто. Около Следственного комитета больше гулять негде? Детский сад, штаны на лямку. Да, я хотел сказать просто, что город нам мастерскую оставляет в память о Светлове. Они там договорились с Мариной и Игорем. Ну, если тебе, конечно, интересно. Правда? Да. Так это отличная новость. Это можно отметить. Сереж, открой глаза, пожалуйста. Они говорят, что любовь лечит. Но если это правда, то почему ты тогда не возвращаешься? Или нужно обязательно говорить «люблю», но ведь не слова лечат. Но если это поможет, я скажу. Знаешь, я только с тобой была счастлива. Мне кажется, больше никогда и ни с кем такого не будет. Что бы вы без меня делали, Виктория Александровна? Я договорился, вашего Сергея готовы принять в Ярославле в отличной клинике для реабилитации. Она не хуже, чем московские. Как раз специализируется на черепно-мозговых. Утром его перевезут, и через пару недель будет как новенький. Правда? Какой вы молодец. Я знаю. Жду благодарности. Я, правда, вам очень благодарна. А разве скромный дружеский поцелуй я не заслужил? Вы в своем репертуаре. Вы тоже. Я все-таки жду. Ну вот и отлично. Пойдемте, Сергей, я сейчас буду готовить к транспортировке.